Кто это такой? Студент. Студент? Да. И где же учится этот студент? В школе. Может, в институте? Да. В университете? В школе. Университете. Как он? Медицинском. Медицинском. Давайте уходим. Где колючка? Колючка? Гербарий будем собирать? Ну пошли собирать гербарий. Да, мы идем, Анечка. Собирать листики давай соберем. Ну, давай, калинка-малинка. Калина все-таки. Калинка, малинка. Давай посмотрим, что там. Смотри, какие шишки. Давай возьмем. Анечка, смотри, какое розовое дерево. Нужен тебе листик такой? Розовый. Ты уже все собрала для гербария? Нет, это мне дядя подарил. Тук-тук-тук. Тут кто-нибудь есть? Да, есть. Здравствуйте. А давайте я вам скажу, сколько времени надо идти. Во сколько? F-6-5-7. Понятно. 3 ночи. Понятно. А что вы продаете? Мы продаем. А что это? Пудинг? Вот у нас конфеты такие. Сейчас я вам это все упакую. Давай, все беру, все. Все, в коробке, да, слева. Это да, и там да, уже я вам это сказала. Хорошо. Давай, я пришла. Давай. Здравствуйте. Вот ваш заказ. Спасибо. Анечка, привет. Я тебе принесла вкусняшки. Смотри на. Спасибо. Надеюсь, что это вкусно. Ну, открывай. Обманули. Чего? Это не вкусняшки? Нет, это настоящие. Настоящие. Это для гербария, наверное. Будем делать гербарий? Да.
Давай, три. Закрывай. Хочу себе новую куклу. Еще. И я себе еще одну хочу куклу. Одежки для кукол. Много всего. Я хочу... Новую куклу, да. Все. Много кукол. Много кукол и много одежек. И много одежек. Ты что, спряталась? Ты в пещере? Вон. Для этого нам понадобится бутылочка. Ее надо разогреть. И вот мы его разогрели. Да. Теперь что нам нужно? Пистолет, может? Надо включить. Вот, смотрите. Вот, что мы пошли раз. Листья, да, собрали. Все вытаскиваем, да, с коробочек? Камушки. Вот, смотрите. Вот, что мы собрали. Сейчас мы будем клеить. Давай. Внутрь? Наливаем клей внутрь? Ну давай наливать клей внутрь. Делать. Налили клей, да? Нет, еще. Еще не налили? Наливаем. Мы обклеиваем баночку листиками, да? Обклеиваем. Первый листик обклеили, сейчас второй берем листик клеить будем. Сейчас мы будем. Каштаны наклеиваем, да? Сейчас мы будем. Сверху баночки наклеиваем цветочки, да? Давай еще один. Мы наклеим. Ой, как красиво. И наклеим. Красота! Давай. Вот смотрите, какая красивая еда. Да. Можно поставить какие-то цветочки, да, например? Или подарить кому-нибудь. Или листики положить. Да, внутрь положить камушки, например. Мы туда камушки. Да, можно положить камушки. Будем туда клеить. Да. Теперь будем разрисовывать, да? Себе нарисовать. Я уже не буду снимать. Ты будешь рисовать эту банку? Да.